А это тоже ваш батя или... Почему мы все ездим к нему? Это мой батя лысый. А, вот оно как выглядит. Пожалуйста, только не вот это ваше. Что это? Молоко. Там, за что вот это? Ну это большой лоток кошачий. Ну какие молоко? Я его пью. О, это точно бобы. Золотая, пожалуйста. Ну я очень хочу. У меня не было золотой давно. Стой! Да, вот я усатый, помните меня? В прошлый раз я дрался с пумой, как видите, проиграл. Лежал я тут, значит, я выздоровел. Время пришло дальше идти по пути новичка. Пойдем. Нам нужно клад найти какой-то. И вообще нужна помощь, потому что я нахожусь где-то... В пустыне. А полиция знает, где клад лежит. Активные задания, тащите сокровища. Товарищ полицейский... Это сейчас что было? Чтоб не втыкал. Найду человека, который подскажет, где найти клад. Я здесь прямо перед вами, сэр. В пещере, мужчина. Они подскажете, где сокровища искать. Мне сказал лысый дед сокровища найти. Ну, рынок городской в городе. Да, там где продаются, там вдоль берега вы идете и ищете сокровища. Там точно есть? Так кто-то закапывает, кто-то находит. А можете закопать, я найду. Я уже закапывал сегодня, удачного поиска. Да, а почему бы не разбить в своей же машине окно? То есть мне тот мужик объяснил, что мне где-то вот тут надо искать. Так, рынок мы нашли. Возле рынка где-то, сказали. Мне кажется, что здесь нету ничего уже. Сделать серию, где я буду добывать металлоискателем что-нибудь. И заработаю на этом 10 тысяч долларов. Мне, кстати, в прошлый раз говорили, что можно заработать много. Но где искать? Вопрос, конечно, тю. Вау, вот это кувырок в воду. Я не знаю, ну дырявый носок найди, пожалуйста, ну что-нибудь. Какую-нибудь интересную штучку. Мне ж просто клад найти надо. Я дам этому лысому, и он отстанет от меня. Мне в комментах напишут, что вообще здесь ничего нету, я здесь ищу. Но мне тип сказал, ищи тут. Я ищу. Песочек, песочек, песочек. Да и лысый мне сказал, ищи в песке. Я в писке. Сколько мне еще искать? Вон, ну вот здесь вот, ну спрятан же, вот, комок целый. Чувствую себя вот этим типом из ТикТока, который... Ну там есть эти ТикТоки, типа показывают, что он заработал миллион долларов на поиске на пляже. Да здесь нету ничего, я до конца уже дошел. Есть тут какой-нибудь поисковик, человек-сокровище, есть здесь где-нибудь? Я хочу нанять его, чтобы он нашел мне сокровище. Но я с такими темпами реально богатым не стану. Ну я похудею точно. Только бегать, столько туда-сюда обратно. И что, ты вот так весь день, да? Как она вообще выдерживает? Мне клады нужно найти один, где-то. А где клады вообще находятся? Да я понимаю, да я вон прошел весь пляж здесь вокруг, ничего не нашел. Возле... Колеса обозрения. Хорош вхождение. Я поехал в город, сейчас найду лютого сокровищника, который поможет мне найти сокровищ. Передаст, так сказать, из деда в меня. Опа, вот я вообще дрифтер. А ты хорош, слушай. Мужики, не подскажете, где сокровища искать? Ба, здорово, брат! Есть тут мастер по сокровищам, найти хочу. Нормально, вы что идете? Чего? Седые волосы голову, что ли, заделали? Вы знай... Ой, ну... Ты чё, драчон? Эй-эй-эй. Руки на стол, хватит. Чего? А где он? То он только что пукнул, видели, исчез. Мне сокровище надо найти, я найти не могу. Ой, это не ко мне, я сама не знаю. Мне лысый дал задание, сказал, иди ищи, я найти не могу. Может, вы сокровище, может, я вас нашел? Да не, я не сокровище. Вы скоро будете забанены. Да кто разговаривает в моей голове? Ой, это точно бобы? Енот, а ты таксуешь, типа? Я енот полоскун, да. Полоскаешь мне обувь? У меня грязные. Не-не-не. Ну ладно. Так, я понимаю, мы едем с вами на этот, на пляж. Чё хочешь? А не знаешь, где клады найти? Не. У него пинг просто 150. Да, именно где песок есть, там нужно искать. Я просто устал уже, и часа два ищу, и ничего не нашел. Искать, я где-то часов 5, наверное, искал один только. Один я клад 5 часов! Я не хочу проводить время так. Мужчины. Здравствуйте. Да, придется. Конечно, я люблю, когда таскают мужчины меня на руках. А клад скажете, где найти? Клад на пляже. Спасибо, вы лучший. Как вообще это зарабатывать, если хер найдешь?
Чтобы получить свои первые большие деньги и прокачать своего персонажа как можно быстро, советую тебе один лайфхак. Вводи промокод LAMBA, когда ты заходишь в игру, а либо регистрируйся по первой ссылке в описании. Тогда ты получишь свой первый большой кэш и сможешь потратить его на себя. Машинку прикупишь, одежды. Тем самым поможете мне тоже прокачиваться. Я, кстати, играю на 5-м сервере Majestic. Если хотите со мной развиваться, заходите обязательно. Я жду тебя. Надо же было придумать такие задание. Я уже устал копаться. О, я сломать могу это? Оу, карапузик какой-то будет ругаться. Матом, волосатые камни. Сейчас бы сюда, в real life, покупаться, отдохнуть. Ой, там Типсон тоже ходит, вон. Конкуренция, конкуренция. Может с ним договориться за 100 рублей? Море волнуется раз, ламба волнуется два. С самого утра Типсона здесь все выкапывают и все. Надо собрать поисковую команду из 50 человек. Искать один клад мне. Здесь мы не нашли ни одного клада. Всем спасибо, золотая лихорадка моего мозга. У-у-у, я разбогатею. Прикинь, сейчас вот просто за секунду нахожу. И что? Что, я сразу же иду в казино и трачу все свои деньги на 0, 0 очко. Сколько я заработал уже из миллиона? А реально, если путь металлоискателя делать, это же получается, я никогда не дойду никуда. О, 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 что-то нашел. Что-то где-то здесь. Это копать надо, все? Зеленые типы. Оп, копаем. Все, нашли? Ничего не нашли. Ведет нас куда-то. Ведет, ведет. И все ведет. О, желтая, желтая, желтая. Мы на правильном пути. О-о-о-о-о. Копаем. Копаем, копаем, копаем. Наконец-то. Я сделал это. Копаем, пожалуйста. Миллион долларов. Миллион. Вы ничего не выкопали. Давай, родной. Пожалуйста. Опа. Да. Undefended. Что я выкопал? Сигареты нашел, да? А не пойти бы ли вам, знаете куда? Металлические ваши вот эти приколы. Все, да? Ради этого я старался сейчас вот эти вот. 5 часов безумия. Отыщите сокровище, выкопайте его. Это были не сокровища. Вот это, конечно, прикольно. Я думал, хотя бы за сокровище засчитают. Но может в этом месте еще будет где-нибудь? Пожалуйста. Желтое. 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 Желтое, желтое, желтое. Давай, родное. Оп, оп, оп. Красное. Во-во-во-во-во-во-во. Пошла, родная. Давай, пожалуйста, золото. Бриллианты. Мы не выкопали ничего. Понял. О! А, вот оно как выглядит. Когда точно здесь. Все. 100%. Пожалуйста, только не вот это ваше. О, что это? Молоко. Там, за что вот это? Ну это большой лоток кошачий. Ну какие молоко? Я его пью. Оно миллион лет там лежало, сейчас на рогах здесь. Я 2 дня не ходил в туалет из-за ваших вот этих вот поисков. Я уже даже свою машину за горизонтом не вижу. Кстати, вот итоги конкурса. Вот этот человек получает 1000 Majestic коинов. Если ты хочешь тоже получить Majestic коины, то пиши в комментарии свой статик ID, сервер, на котором ты играешь, и давайте кодовое слово «Металлоискатель». Испытай свою удачу, пиши в комментарии, и, возможно, ты выиграешь свою 1000. Ламборджини! Ху-ху! Машинка! Водичку! Опа! Подсказать, что ли, парнише, что я здесь все уже просмотрел? Ну, там 2 посередине было, да, там сигарет нашел и молоко. А, ну хорошо, мне задание-то надо именно продать клад на рынке. Я вчера нашел тоже говно какое-то. Ну, а надо-то дорогое что-то найти. А можно вместо поиска закладывать? Я вот хочу закладывать, типа, вот эти. Блин, была бы работа реально, закладчика сокровищ. Классная работа. Едем туда, где все ищут. Может, там что-нибудь найдем когда-нибудь. Если видите, короче, машины на пляже, там 100% вот эти вот искари ходят. Так, ну это же пляж, правильно. Что-то я бегаю очень плохо после встречи с Пумой, если честно. Но он по точкам ищет. Как они это делают? Я не понимаю. Почему они по точкам ищут? Они приезжают, выходят из машины, делают движение и уезжают. И вот, настоящий клад. Реально, вот, смотрите, китик. Давайте погладим его, что ли. Ну а как вам потом не сказать, что лысый какашка? Дал мне это задание, я сейчас запариваюсь с ним. Сколько я уже часов сижу? Ну, пойдемте, я хочу. Реально, дайте. Ну вот это место, здесь, типа, должен быть один клад. И он дорогой, типа. Тихо, все, ПРП. Давай, родная, жми. О, Типсон сказал, что выкопал где-то здесь за 20 тысяч какие-то ящики. А я только что проходил здесь. Что, нашел? Клад? Really? Он выключил звук, типа, чтобы я с ним не общался. Йо, искатели.
приехали. Как вы сам уклад принести, если это невозможно? Я уже хочу сомневаться, что здесь вообще что-то есть и считается ли это песком вообще. Ну, типа это место песок или... Я просто ищу, потому что я, ну, неадекватный. В магазин надо заехать, бинтов купить, а то мало здоровья. Ой, тут магазин, да, вроде? Все, я здоровый, бинтов у нас хотя бы будет немного. А где клад можно найти? А я вот весь пляж вот оттуда до туда пешком прошел и ничего не нашел. А ты святой искателем ходил? Ну да, нет, руками подкопал. Куда я слышал? Да, но я... иногда бывает, долго не можешь найти. Да, 2,5 часа, если что, уже. На пляже я ищу, начиная от рыбки первой и заканчивая военной базой. Вот в этом районе на пляже я всегда бегаю, нахожу обычно. Да, на своей машине докатишься и все. Можешь там ее оставить. Ого, а тебе машина что? Ты богат, много другая. Машин? А, спасибо большое тебе. Ой, женщина какает. Я не видел. Здорово. Тут нет. Я же весь пляж обошел. Мне объяснили на пляже искать. Я ищу. Блин, если они мне помогут, просто я не знаю. У тебя улучшенный, да, какой-то типа? Да. Типа, ты встаешь и вокруг видно все. А что за квест у тебя? Путь на витает? Да, написано типа отыскать именно сокровища, понял? За шо, петуха? Они настолько, понимаете, каждый день этим занимаются, ищут, что не каждой точке эти знают примерно где они в радиусе. Причем я здесь искал все это время. Я здесь ничего не нашел. Хорошая езда. Мне нравится. Это все ради одного клада, прикиньте. Выходи, смотри свои металлоискатели. Ура, еще реальный. О, вот в эту сторону. О, желтый. Где-то тут желтый. О, да, вот здесь. Вот. Да. Пожалуйста, лимузин выкопать хочу. Лимузин. Ура! Ура! Задание выполнено! Дырявая птичка какая-то. Продайте клад на рынке. Фу, все, спасибо. Вы спасли мою жизнь просто. Я уже устал. О! Это в планах было? Да не только. Так, едем издавать, получается, нашему... А, нам продать нужно. Столько часов я потратил, но я смог это сделать. Ну, с помощью пацанов, конечно. Как говорится, это РП-процесс. Без РП-процесса бы не получилось. Кому продать? Тебе? Да ты, я, короче, выкопал аптечку. Вот. Мне, ну, типа, по заданию надо продать ее. Как продать ее? Вот тут на рынке вроде. Ну, а кому? Я просто не могу найти, кто берет. А вот что-то здесь, походу. А, вот она, продать. Оу, я. Спасибо тебе большое. Нашел эту женщину, кустарник. Все, я еду к лысому. Этот момент настал. Я сейчас таких пиндюлин ему надаю, этому лысику. За что он со мной так? Лысый, я приехал. Ты видел, сколько я из-за тебя время потратил? Ты? Ну, неплохо для первого раза. Конечно, неплохо. 3 часа неплохо. Свои находки можешь продавать на рынке. Можно прилично так навариться, но учти, цены постоянно меняются. Открыть кейс. Кейс дал. Спасибо. За такой труд можно и кейс открыть. Let's go. Open case. Там 150. Сюда. За бесплатно ты. И еще 20 тысяч долларов наличными. Откроем еще один тогда. Бам. 50. Посмотрите лоты в категории транспорта аукциона, лоты категории бизнес. Я никогда больше этому лысому доверять не буду, если честно. Оу-оу-оу. Хорош полет. Я мистер Трамплимис. Тут какие-то полицуйкины, да, приехали? Или кто это? Сейчас арестуют меня еще. За что-то. Хватит. О, помог двери открыться. Че, моя задача была прийти и просто зайти на маркетплейс. Ну, типа аукционы посмотреть, я понял. Дома продаются, транспорт. Че-то выполнил. Лоты категории бизнес, категория одежда. Че-то на маркетплейсе. Блин, одежда классная, кстати. Тут вон сколько все, маска. Заберите купленный товар. Все, купленный товар пошлите, заберем и все. Тики-пики. А че, все, через планшет нельзя в маркетплейс заходить? Только сюда надо ездить обязательно. Маркетплейс. В вашем складе находится неполученный товар. Так, выдача товара здесь где-то, да? Вот, склад хранения. Едем обратно к лысику. Он у нас бизнес-то научит когда-нибудь? А то как будто бы мы не шарим в бизнесе ничего. Если вы видите летающую машину, это нормально. Так, нам вроде можно заправляться... Ой, вот этот плюсом. Все, 1000 баксов отдал, чтобы заправиться. Ой, тут туси-джуси какой-то. Как будто муравьи бегают чистые. Так, мы изучили с вами маркетплейс. Там можно покупать всякую ерундистикс. Вещи, труськи. Все, что хотите, можно там покупать.
Удобно? Это удобно. А это тоже ваш батя или... Почему мы все ездим к нему? Это мой батя лысый. Так, появился шанс заработать реальные деньги. Позвонил приятель, бормотал про дело на миллион. Миллион заработать? Я согласен. Если меня сейчас обманут и не дадут мне миллион, берегитесь. Опять в город. А что мне дали-то, кстати, я туда-сюда ездил? Парочку кейсов купим, ну вот три, на удачу чисто. Машинные кейсы, 4 штуки, чисто для контентика. Бам! Того! Все, машина какая-то. Какая-то прям крутая, красиво выглядит, ну, как будто бы это говно. А, это чисто тачки выпадают, реально? И все говно мне выпало, правильно я понимаю? Ну, еще можно 2. Еще 2. Золотая, пожалуйста, ну, я очень хочу, у меня не было золотой давно. Стой! А, ну конечно. Карина не выпала. Мне получается сейчас нужно доехать до той точки и обратно опять. Здесь забор типа поставили, чтобы люди не приезжали. Хорошо придумали. Я сейчас буду заниматься криминалом? А чё автомат какой-нибудь не дали мне классный? А вон Типсон стоит какой-то. Ну и кто мне позволил тут появляться? Если ты не принес что-то полезное, то лучше свали. 13-летние девочки, толку от тебя не будет. Эй, не понял, слышишь? На! Как тебе мое телосложение, а? Ну, еще раз повтори. Сюда повтори. Сюда. Ладно, попасть не могу, извини. Что там, в магазине надо купить тебе? Пельменей? Пачку сигарет в супермаркете ему купить? Офигеть, вот это задание, спасибо. Конечно, лысый, спасибо тебе за работу. Таскать какому-то бомжу сигареты. О, ты все еще здесь, хрен с тобой. Посмотрим, что ты стоишь. Одни воротили решили, что могут вести дела у меня за спиной. Сейчас они берут даже сопляков без опыта. Я только что 3 часа искал металлоискателем какой-то залу мусор, понимаешь? И мне вообще все по силам. Я могу даже высосать вот это озеро и всосать обратно. Не говори, что сейчас доставки делать. На работе дальнобойщик, арендуйте транспорт, привезите 5 грузов. Начинается. Ну и все, в следующей серии мы обязательно отвезем все эти грузы и посмотрим, что за задание даст лысый дальше. Тебе огромное за просмотр, участвуй в конкурсе на 1000 маджестиков и вводи промокод Ламбо, чтобы получить халявные деньги и премиум статус. Спасибо тебе огромное, что смотришь. Поставь, пожалуйста, лайк и пока.